поговорим с вами о планировании. Только не о проджект-планировании, а о планировании как стратегическом планировании. Планирование вашего развития, вашей команды или вашего бизнеса. Я сторонник планирования, но я противник детального планирования на длительный промежуток времени. Как писали или пишут авторы книги Ревой, которую я читаю, что если вы пишете ваши бизнес-планы, финансовые планы на 5-летку, то лучше их переименовать и написать, что это не бизнес-план, а бизнес-догадка. Не фин-план, а фин-догадка. И если вы их так переименуете, то вам будет просто жаль потраченного времени. Но планирование, безусловно, нужно как определение или очерчивание вектора. То есть нужно прописать цели, которые вы должны достичь. Не нужно писать планы на 10 страниц, детали, как именно вы собираетесь достичь этих целей. Но определить вектор нужно. Мы у себя в компании очень любим недельное планирование, такие недельные планинг-сессии, на которых наши планы, они уже тактичны, они уже имеют конкретику, имеют детали, и это просто супер, я их очень люблю, потому как, несмотря на то, что у нас все очень динамично развивается, и каждый день что-то меняется, что-то добавляется, плюс-минус недельный вот вектор, недельная детализация все-таки работает. Второй принцип, которым я руководствуюсь, это то, что ваш план должен быть лаконичным. Нужно убрать все ненужное. Мы очень часто хотим многого, и это хорошо. Вот. Но при постановке целей сфокусируйтесь на главном. Все остальное, оно может быть тоже супер важно и супер хорошо, но есть главный стержень, без которого все остальное просто не нужно, оно не будет существовать. Я очень люблю правила 3 Стива Джобса, и поэтому, если вы можете сформулировать свои цели на год как главные 3 вектора, это будет супер. Например, мои звучат примерно так. Увеличить прибыль бизнеса на 100%, диверсифицировать риски, привлекая новых клиентов, и повысить узнаваемость нашего нового бренда UpTarget SEO. Вот примерно так. Третий принцип, который очень важен, это Dream Big. А здесь расскажу маленькую историю. А моя мама научила меня мыслить широко, быть оптимистом на 1000%, потому как в реале мы все равно опустимся, в реальной жизни. И вот таким образом, когда мне было 16 лет, в 90-е годы, когда большинство из нас жила достаточно так скромно, бедно, можно даже сказать, она отправила меня в Швейцарию работать и учить язык. С тех пор я побывала в этой стране более 10 раз, влюблена в нее по уши. Но важно отметить, что мама отправила меня в Швейцарию тогда, в такое время, когда хлеб с маслом – это был просто супер десерт к чаю. И в то время, когда 50 копеек на проезд в лицей, я бегала к бабушке одалживать каждое утро. Поэтому, как бы это дерзким не казалось, ставьте себе высокие цели. И пусть все получится.